Здравствуйте! Сегодня мы покажем самую большую килевую лодку Riviera 3800 СК, завод мастер лодок. Разберем, посмотрим основные ее характеристики. Вот так лодка выглядит в сумке. Мы открыли сумку. Видно, что скамейки, стрингера, насос, весла, все в сумке. А вторая сумка – это полы для этой лодки. Сейчас мы соберем лодку и посмотрим ее основные характеристики. Мы собрали лодку Riviera 3800 СК. В собранном виде она выглядит вот так. Это цвет черно-белой комби. Основные параметры Riviera 3800. Длина 3,8 метра. Ширина 2 метра. Диаметр баллона 52 сантиметра. Транец. Высота транца. Стандарт под мотор с короткой ногой 38,5 сантиметра. Толщина трансовой доски 27 мм, в самом широком месте 50 мм. Высота от пола до скамеек здесь 39 см. Длина скамейки или банки 107 см. Ширина 24 см. Полы здесь установлены из 5 секций, составные с алюминиевыми профилями, со стрингерами, состоящими из двух секций, короткий и длинный, полы толщиной 12 мм. На эту лодку подходят стандартные накладки 90 см в длину, 25 в ширину. На лодке установлены ручки для переноски ее вчетвером, весла 180 см. И пройдем по периметру, посмотрим, как выглядит лодка. По периметру стоит привальная лента с волноотбойником. В носовой части установлено кольцо для крепления бака. Установлена рым-ручка на носу для буксировки и переноски лодки. Так, теперь посмотрим основные параметры, которые указаны заводом на шильдике, который установлен на трансе. Здесь написано, что максимальная мощность мотора 30 лошадиных сил, пассажировместимость 4 человека, грузоподъемность 850 кг. Производство город Уфа, завод мастер лодок. У лодки есть сливной клапан, установлен на транс, это пробка для него. Лодка состоит из трех независимых отсеков и четвертый — это надувной киль. Мы перевернули лодку Riviera 3800 днищем к нам. Вот так она выглядит со стороны днища. Лодка усилена по килю привальной лентой по всей длине лодки. По баллонам дополнительное усиление идет вторым слоем ПВХ по всей длине. На лодке установлена, видно, рым-ручка для буксировки и для переноски. Дополнительные кольца для перевозки лодки, для крепления ее к прицепу. По обоим сторонам, по обоим бортам. И в кормовой части можно посмотреть транец. Сливной клапан установлен в самой нижней части трансовой доски. Riviera 3800 СК, производство Уфа, завод мастер лодок. Грузоподъемность 850 кг. Максимальная мощность мотора 30 лошадиных сил. Это самая большая моторная лодка среди Riviera. 3,8 метра.